Из федерального бюджета в Чувашию поступила субвенция, предназначенная для выплат пособий по безработице. К таковым относятся стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости, досрочной пенсии и других. Первый транш – 10,5 миллионов рублей, а всего на 2019 запланировано 292 миллиона. В 2018 году на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, направлено 180 миллионов рублей. На сегодня численность безработных граждан составила 5176 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,8%. По мониторингу качества и доступности госуслуг в области содействия занятости уровень трудоустройства граждан в Чувашии в 2018 году составил 86%, всего 42 тысячи человек. По этому показателю мы на втором месте среди субъектов России.